Сегодня мы приехали в зоопарк Штутгарт посмотреть на обезьянок, на животных всяких. Обезьянки нас ждут. Привет. Не, сюда смотри, обезьянок. Им некогда. Они кино смотрят. Die sehen aus wie kleine Affen. Das ist ein bisschen anders. Прикольные обезьянки. Пузлики скачут с обезьянками. О. Это их не пахан идет или маман? Малыш сидит. Weil der ganz kleine da ist. Mhm. Der ist vorhin auf dem großen geritten. Und da ist der auch. Da nochmal, Papa, da. Papa, guck da. Mal da. Das ist normal. Hallo. Guck mal, wie der Schwanz ein bisschen. Ja. Das wollte ich gerade sagen. Sieht voll süß aus. Was dumm, wenn das ist böse. So. Und die sind jetzt fünf. Так, что здесь дальше у нас? Тоже обезьянки. Красномордые какие-то. Тоже обезьянки какие-то с красными мордочками. Ich glaube, die möchte doch mal aufnehmen. Kann ich mir vorstellen. Стефан, можешь тоже в очередь встать? Это лотерея. Нет, ганекс. Ганекс? Ганекс. Иди в очередь, становись, мы сейчас подойдем. Так, кто здесь живет у нас? Леопард? Леопард? Или что за кошечка? А что ты не попал? Вон здесь стоят лошади, я бы не постояли. Я же тебе сказал. Иди стой. Кошечка какая, а? Ааа, не суть. Папа, я Jetzt kommt der da rum, siehst du?
Neben dran was. Manchmal geht es ja. Вы все еще последние стоите, да? Пока достоимся, там не хватит нам. Впереди еще какая-то акция. Сейчас пойдем тоже поучаствуем. Там тоже мы поучаствовали. Вот по две шоколадки каждому досталось. Так, это что за вольерчик? Кто здесь у нас живет? Никого не вижу. А, это кто у нас? Леопард? Леопард. Кс-кс-кс. Киса, киса. So ein kleines Kätzchen. So ein großes Kätzchen. Ну сюда повернись. Киса, мама. Denkst du, die verständigen sich so in ihrer eigenen Katzensprache? Пойдем, там еще одна акция проводится. Поучаствуем. О, львы сидят здесь. Какие красавчики, а? Так, ну здесь тоже вон, лотерея. Что там разыгрывается, Штефан? Ты посмотрел? Локмунд, но он вас. Что, идем? Nein. Я пошел. Танте, ты вольте сын. Это с другой стороны надо к ним подходить, наверное, да? Эй! И там их кто-то кормит, даже заходят, видишь? Wo kann man da reingehen? Ну, с другой стороны, наверное. Это bestimmt Geld, oder? Да? Ну, да. Азиатский слон. Это павильон для слонов и носорогов. Тут можно поближе к ним подойти, к слону. Имя слонов. Одного слона зовут Пама, в 66 году рожденная, Цела, в 67 году. Это череп. Интересно. Я сижу на
бутылочка к чему здесь стоит. Вангут Альдингер. Вино носорог. Здесь и купают слонов. Слономойка. Я знаю, я видел. Здесь Бруно обитает, 85-го года выпуска. Впереди, похоже, еще одна акция. Что, здесь тоже акция? Там йогурт ему, молоко, что такое. А, это просто пробовать? Хочешь по йогурт попробовать? Нет. Я тоже не хочу. Потому что белое. Ну иди попробуй йогурт. Иди. Не могу здесь, но помню. Все, мама решилась. Хочешь йогурт попробовать? Да. Мы пока носорогов посмотрим. Да лежит себе, загорает. Один ров торчит и уши. Что, попробовал? Я типа кулос. Смотри, что делать. А я не понимаю, что это такое. Носорог. Как он лежит? Вот это... А, это уши, господи, ну что это такое? Ну, я же говорю, одни уши и рога, рог торчит. Вон еще один идет. Ты знаешь, как носороги? Смотри, как он шевелится, еле. Еле-еле. А знаешь, с какой скоростью они бегают? До 70 км в час. Тут написано, что весят носороги от 1600 килограмм до 2200 килограмм. А вес рога 3 килограмма. Бегемоты тоже быстро бегают. Мне интересно, как они дышат, если они под водой. Как они дышат, если они под водой. Чем они дышат? Какие у них легкие, он же и так бегает. Или они... Вон, видишь, на ноздрями сверху. Я имею в виду, ноздри всегда. Там где-то видовунка. Он этот всплыл ноздрями, глотнул воздуха и опять лежит. Написано, что вес носорога от тонны до 4,5 тонн. Воздух закачивает, да? Прикольно. Представь, что вес его может достигать до 4,5 тонн. Guck mal, der kann 6 Minuten tauchen. Он сейчас вылазить будет, смотри. Позицию поудобнее найдет, наверное, да?